Котята ищут хозяина. Сегодня утром сотрудники АТВ обнаружили прямо у входа нашей телекомпании трех бездомных котят. Животные были завернуты в целлофановый пакет, завязанный несколькими узлами, и брошены возле урны с мусором. Мы не смогли остаться равнодушными к такой жестокости. Сейчас котята находятся в офисе телекомпании АТВ и ждут момента, когда обретут новый дом. Если вам нужен друг, приходите в офис нашей телекомпании, мы с радостью отдадим вам животных, но только в хорошие руки.